не, мы можем болтать. А учитывая то, что еще мотоциклетные доспехи не всегда утягивают, то они всегда все эти самые, все недостатки фигуры, они чаще всего именно, ну, скрадывают. Ну, как любой корсет. Ну да, естественно. То есть вот. Да вон даже банально у меня в косухе меня как утягивает. Ну вот. Сама же видела. Когда ты снимала этот, как его? Когда ты снимала новогодний праздник. Капец, мне вообще не нравится толком. У него, видимо, из-за мерцания огней у камеры. А, нет, вот вроде она начала наконец это нормально держать фокус. А то у него такой раз фокус сейчас через раз был. А потом, может, вообще музыку наложу какую-нибудь. На этот туннель. Выглядит, конечно, забавно. Просто движение в туннеле. Просто пробка в Лефортовском туннеле. Ты можешь это самое, ты можешь, знаешь, как сделать? Ну? Вот эти свои, на эти свои комментарии видео так замедлять, ну, нормальную скорость, а остальное, этот, остальное ускорить. Да, 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 да. Просто под какой-нибудь видеоролики. На под музыку, да, да, да. Да, под музыку. Ну, там, где я хочу все-таки оставить комментарии, да. У меня, он, кажется, сейчас пытался найти лицо на машине. Прикольно. Во всяком случае, он мне на какой-то квадратик обозначил. А, чпокнулись. Да, молодцы. Давай. Не повезло ребятам. А представляешь сюда этот самый гаишник заехать? Не представляю вообще. Конце тоннеля. И это даже не встречный поезд. Да. Я вижу много света в конце тоннеля. В основном он красный. Видишь, аварийные выходы есть. Ну да. Да их тут много. И они номерочками пронумерованы.
еще и какой-то этот ремонт. Причем в начале тоннеля стоит этот. Стоит знак, что моют.